Сайт Тобольский. Письмо с фронта. Давно уже его на свете нет. Того русоволосого солдата. Письмо плутало 30 с лишним лет. И все-таки дошло до адресата. Размытые годами, как водой, от первой буквы до последней точки метались и подпрыгивали строчки перед глазами женщины седой. И память молчаливая вела по ниточке, надорванной и тонкой. Она в письме была еще девчонкой, мечтой еще и песенкой была. Он все в ее душе разворотил, как будто тихий стон ее услышал. Муж закурил и осторожно вышел. И сын куда-то сразу заспешил. И вот она с письмом наедине. Еще в письме он шутит и смеется. Еще он жив. Еще он на войне, еще надежда есть, что он вернется.